Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке Украины и хотят уничтожить Донбасс. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Глава государства отметил, что украинские войска делают все для обороны. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то прославило этот промышленный регион. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли другие города и другие общины Донецкой и Луганской областей. Мы делаем все, чтобы обеспечить оборону. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто помогает, действительно всем, чем может помочь. Но те, у кого есть необходимое нам оружие и боеприпасы, и кто придерживает свою помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьба людей, которые могут быть спасены.